Так, ребята, всем привет. Продолжаем гонять, зарабатывать бабки. Вот сегодня на таком я бронтозавре. Эта машина как бы не новая. Конечно же, она тюнингованная вся. Сегодня буду на ней гонять, толкаться. Она вроде такая массивная. Сегодня тоже у нас командная гонка. Четыре команды. Посмотрим, что получится. Так, осторожнее. Слышь, зеленый, куда ты лезешь? Блин, у меня она тяжелая, но походу у нее с разгоном проблемы. Честно говоря, я даже не помню, как она себя ведет, эта тачка. Судя визуально, она тяжелая и неповоротливая. Есть там мужики, что-то это. Ё-моё, охренеть, тут трамплин какой-то. Куда ты? Есть, ушел, блин. Блин, здесь осторожнее надо, здесь запросто вынесет. Эй, слышь, говнюк, я тебя сейчас так подвину. И это еще только первый круг, мы на пятой позиции, да, впереди наших не вижу пока. Трое желтых здесь, да, вроде бы идет, да, трое желтых, четверо желтых. Блин, у них сейчас разрыв будет очень сильный на самом деле, потому что четыре гонщика из одной команды на лидирующих позициях. Смотрите сразу, отрыв какой у них. А где наши-то все? Они что, все в жопе, что ли, где там едут? Или они так прямо стартовали в начале, эти все гаврики? Если они так стартовали, то это нечестно. Не-не-не-не, куда ты? Куда? Давай ты не будешь, слышь? Говню, я тебе еще раз говорю, давай ты не будешь. Блин, ну с желтой, конечно, тяжело будет бороться. У них все лидирующие позиции. Даже и пятое место ихнее. Я тут один как бы против четверых все равно особо роли не сделаю. Чуть-чуть могу только забрать очков у них. Если бы, конечно, я их только вынес куда-нибудь вообще. Ну вот так, например, я его разверну, и пускай он пока там развернется, пока то все. Но они, конечно, на 30 очков вырываются вперед, это будет очень тяжело. Я столько этого тоже... Блин, спокойно, спокойно. А развернуть... Не получилось полностью развернуть. Так, осторожней здесь. Сколько там? Ну, красный, два желтых. Ну да, наших нету. И мы уже, блин, осторожней. Уже третью позицию занимаем в общем зачете. Ну, первым, как всегда, тяжело идти. Можно прозевать спокойно поворот. Наших что-то вообще не видно. И мы идем, да, на третьем месте продолжаем идти. Блин, а я тут один буду ехать, получается. Мы вырываемся на вторую позицию. Желтые, конечно, очень далеко отрываются. Вряд ли мы их догоним. Лишь бы со второй позиции нас не потеснили. Так, ну наших я не вижу. По-прежнему два желтых и зеленый идет, по-моему, там.
И еще у нас получится... Блин, что-то я зазевался. Еще три круга, да? Ну, 2,5 точно. Ну, этот меня догнал, потому что я не гоню, честно говоря, на сейчас на полной скорости. Стараюсь ехать просто аккуратненько. Ну, конечно, он меня догонит. Но я думал, он меня не обгонит, потому что все-таки я буду стараться сдерживать его. Так, давайте сейчас посмотрим. Блин, занос. Ну, мы продолжаем пока на второй позиции держаться. Хорош, хорош. Да, желтый и красный. А наши где-то в центре идут. Они там за второе место бодаются. Сейчас ему красный мешать будет. Мне только на руку. Потому что он будет ему мешать. Да, он ему помешал, в итоге они оба отстали. Но красный тоже что-то там нормально держится за ним. И у нас пока второе место. Блин, опять меня здесь выносят. Первое место нам уже не занять, это понятное дело, потому что, ну, нереально уже. Такой разрыв. Это все желтые должны встать и оказаться сзади. Да, эти там бодаются. Так, и остается еще один круг. Я, конечно, не думал, что я тут так вырвусь вперед один и буду ехать. Думал, борьба будет жесткая, но в итоге оказалось, по крайней мере, для меня борьба не жесткая, потому что я еду один, впереди никого, сзади там где-то... Они вообще отстали. Они вообще отстали, и у меня лучший круг. Но у нас второе место будет по-любому, если там какой-нибудь глобальной аварии не произойдет с нашими, которые там повылетают с трассы. Так, синий догоняет, да? Нет. Точнее, желтая команда. Да, у нас будет второе место. Все, финиш. Финиш. Так, покажите, вторая позиция. Да, второе место. Зеленые проиграли. Ой, красные проиграли. Зеленый на третьем получается. 2300, неплохо, кстати говоря. Неплохо. А сколько здесь вообще команд можно сделать? Мне интересно. 4, наверное. Наверное, больше не дадут сделать.
Давайте возьмем вот эту трассу с пересечением, да, так, 288 длинный, да. Давайте вот эту вот с обратным. Та же машина. Сколько я могу здесь... Да, 4. 4. Ну, давайте. Продолжаем копить деньги. У меня пока все равно не хватает. То есть максимальное количество команд 4 только может быть. Поехали. Мы в центре. Трасса такая коварная. Здесь есть повороты неудобные, где все вылетают. В том числе и я. Так, впереди двое наших есть. Ну понятно, что они там. Ой, ни хрена себе, мужик, ты что сделал? Ты как так умудрился? Да иди ты. Какой-то подставщик там, видите, на маленьком хотел тут всех задержать. Блин, вот это вообще поворот мне самый неудобный. Красный лидирует. Ни хрена себе. Откуда у них 9, а у нас 0? Почему у нас-то 0? Мы-то втроем тут, вдвоем идем. Как так-то? Что за подсчет очков-то неправильный? Откуда у них? Мы еще даже первый круг не проехали, а у них уже 9 очков откуда-то взялось. Вот все 6 гонок идут. Откуда у них? Ну что за дела-то, блин? Только сейчас прошли финишную, как бы, да, ну, отметку первого круга. А у них уже до этого было 9 очков. Сфигали, загуляли-то, спрашивается. Чё за бардак-то? Что за... Блин, ни хрена себе. Это подсуживают, ё-моё. Красной команде. Надо это исправлять, надо того гаврика догонять. Мы на второй позиции, но это так себе. Потому что желтые тютельку в тютельку с нами, можно сказать, идут. Одно очко это ничто. Есть, желтого развернули. Есть, этот вообще горит. 36-й, он тут чудил по черному, просто по страшному. Так, надо с красным разобраться на самом деле. Если мы вот сейчас его обгоним, то мы, в принципе, можем выровнять общие очки. Надо его догонять. У него машина легче, наверное. Есть, чуть-чуть я его подтолкнул, но и сам потерял скорость. Давай. Гони. Прямо рядом прошел. Это очень опасно, конечно. Можно сказать, облизал угол. Так, мы обогнали его. Сейчас они, по идее, должны начать терять какие-то очки. Есть, желтый там вообще улетел. Два красных за мной гонят. Ну,
Ну, блин, они, конечно, держатся. Два красных, вот эти вот, которые... Можно, конечно, было бы рискнуть дать ему догнать себя и попытаться с ним пободаться, чтобы он куда-нибудь в елку улетел. Но это чревато, можно самому улететь. Два красных, два желтых. А наш тогда где? Ё-моё, опасно. Что там впереди мешает? Так, ну мы держимся на второй позиции. Здесь опасно, тут теперь стали гонщики вот на этом пересечении появляться. Так, еще два круга. Сейчас пойдет шестой круг. Блин, опасно, опасно. Да, два красных и желтый держатся за нами. Вот сейчас будет опасно, потому что я заметил, с каждым кругом тут приближаюсь к пересечению к этому вот. Никого не вынесло там. Вроде не вынесло. Блин, занос. Так, седьмой круг сейчас пойдет, последний. Вторая гонка такая себе. Честно говоря, командной игры нету, потому что я врываюсь вперед и все. И никому помочь я не могу. Никого не вынесло, нет. Кстати, желтые нас тоже догоняют. Где все наши, я не знаю, просхерачились что ли? Нет. Это зеленые просхерачились все, потому что у них вообще... Так, опасно, осторожен здесь. Чуть-чуть остается времени. Я уже он хвост догоняю, вижу зеленый. Ну, не догоняю, но... Эх! Да ладно, ладно. Не-не-не-не-не. Парниша, не. Но все равно там красные и желтые их обойдут. Желтые немножко очков у них заберут. Первая позиция, но командная, скорее всего, второе место, да. Красные все-таки выиграли на 4 очка, на 4 очка. 2 400. Так, а... Давайте сделаем 6 кругов. Поехали. Ну да, трасса в принципе короткая. Километр всего. Поэтому сейчас быстро пройдет эта гонка. По сути всего 6 километров.
общей дистанции составит. Обычно я где-то 10 километров ставлю, в общем где-то. Бывает длиннее, но здесь 6 километров. Потому что трасса километр, считай, 6 кругов, 6 километров. Сейчас быстро откатаем. А, тут эта трасса интересная. Да-да, вспомнил я. Только мы в обратном направлении сейчас едем. Блин. Повезло. Повезло мне, что я не зацепил. Здесь сейчас аварий будет. Там просто жесть. Такой стук металла идет. Выносы тут будут. Так, нашего не трогать, самое главное. Там впереди что? А, все, мы три позиции держим. Все, ребята, держитесь, самое главное. Друг друга не подставляйте. Спокойно, спокойно, спокойно. Иди, иди. Я позади буду вас прикрывать. Давайте, давай, давай, выезжай, зеленый. Ё-моё, не тупи. Не тупи. Когда еще такое будет? Чтоб три наших первых позиции... Вот уже чудило, можешь спокойно ехать, что ты виляешь, бля. Дай тому первому ехать, если ты все равно не сможешь, бля. Все нормально, желтый отстает. Вот этот говнюк из нашей команды, он хочет этого догнать и обогнать его. Сделай как я, дай ему ехать впереди. Играем на командные, на команду, блин. Вот же чудило, его сейчас реально, он сейчас просрет, блин. Ему не хочется вторым ехать, он хочет прямо, смотрите, что творит, прям вообще, прямо жесть. Но я не хочу и как бы обгонять сейчас его, потому что я хочу задержать этих вот гавриков. Чтоб все-таки мы по очкам... Но мы, в принципе, уже и так неплохо по очкам оторвались. Ну, извини, мужик, ты серьезно, ты... Не на команду хочешь играть, ты свою выгоду какую-то ищешь. Его уже обогнали, кстати говоря. Сдерживаем вот этого желтого. Не даем ему пройти к первой позиции. Тем более он на той хрени едет мелкой. Спокойно иди, парень, впереди который. А этот пошел по дальнему этому. Давай, давай, газуй. Не... Газуй, газуй. А тот это, он тот врезался. На этой оранжевой машине-то ехал, его нету сзади. Он где-то там вхерачился. Ему уже хвост догнали. Пускай этот впереди идет, я пока буду придерживать остальных. А, ну хотя у нас и так по очкам уже неплохо. Но я, наверное, уже, если захочу, наверное, уже не успею, да? Догнать. Ой, обогнать точнее. Нет, все, финиш, да? Нет, еще не финиш пока, но вот сейчас будет финиш нам. Вот финиш. Вторая позиция. Ну, я не стремился к первой, на самом деле. Так, 160 очков. Вот это разрыв. В 100 очков разрыв. Обалдеть. Тысяча шестьсот.
13 тысяч, да, но мне не хватает еще, надо по-любому гонку или две выигрывать. Ну, на этом все, ребята. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи, до новых встреч. Пока.